Любовь к предмету плюс долгий усердный труд равно заслуженная победа. Это справедливая формула успеха, применима к одаренной молодежи учреждений образования Ленинского района. Победители заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам, Республиканского конкурса работ исследовательского характера, Республиканских творческих конкурсов «Здравствуй, мир! И спеваем разом» пригласили на торжественную церемонию награждения в администрацию района. Сегодня мы чествуем ребят, учащихся школ Ленинского района, победителей заключительного этапа Республиканской олимпиады. Благодарим ребят за их труд, чествуем, поздравляем. Кроме ребят, мы благодарим их учителей, которые вкладывают в них не только знания свои и умения, но и, можно сказать, и душу. И поэтому огромное им всем спасибо. Мы верим и надеемся, что это действительно будущее нашей страны, которое достойно будут представлять нашу страну на международной арене. Мы гордимся и учащимся, и их педагогами. И прекрасно понимаем, что любой ученик не смог бы достичь результатов без своих наставников, без педагогов. На сегодняшнем мероприятии мы чествовали 20 педагогов. В числе этих 20 педагогов у нас были мэтры, которые из года в год приносят нам победителей заключительного этапа Республиканской олимпиады, научно-практической конференции. И, конечно же, сегодня были новички. Мне отрадно отметить, что в числе новичков 3 руководителя, заместители руководителя учреждения образования. Информатика, русский язык, биология, география, а также трудовое обучение. Призерами Республиканской олимпиады по этим учебным предметам стали 9 человек. При этом подавляющее большинство призовых мест, а именно 7, завоевали юноши. Я, получается, победитель заключительного этапа Республиканской олимпиады по биологии. У меня диплом второй степени, и, естественно, это колоссальный труд. Это не только моя заслуга, это заслуга и учителя. И ни одного учителя, потому что готовили меня целым коллективом школьным, и родителей, которые поддерживают все время на всех этапах. Когда ты пишешь в олимпиаду, у тебя, естественно, огромное волнение, и вот вплоть до последнего момента, пока не называют твое имя, ты сидишь, волнуешься, а, наверное, все-таки проиграл, наверное, что-то там не так ответил. Вот, но когда на тебя называют, это, конечно, огромная радость, это вот гордость, наверное, все-таки за себя. У меня второе место на Республиканской олимпиаде по информатике, то есть первый диплом. Но мне приятно, что заслуги замечают, их как-то поощряют и мотивируют, наверное, двигаться дальше. Я занимаюсь одним преподавателем, с Ириной Юрьевной, готовлюсь. Ну вот я занимаюсь олимпиадами активно с 8 класса, то есть уже, получается, 4-й год. А поступать в БГУ планирую, в Минск. А сколько уже побед на твоем счету? Побед? Ну, думаю, штук 10 есть. Я олимпиадник по информатике. В этом году получил 3-й диплом на республиканском уровне. Очень давно, на самом деле, начал этим заниматься. И, ну, как-то просто преподаватель меня заметила, предложила. Вот я согласился и теперь здесь. Любое мастерство – это количество вложенных часов. Чем больше времени потратишь, тем лучше будет результат. Безусловно, нужно усердие, но капелька везения, может, еще. Традиционно лидер по количеству победителей – гимназия номер 1. Второй год подряд в списке призеров – 5-я школа со 2-м местом по биологии и 9-я с 3-м по географии. 5-я гимназия взяла бронзу по русскому языку и литературе, а 20-я школа – по трудовому обучению. Кроме того, в конкурсах, которые приравниваются к заключительным этапам олимпиад, у Ленинского района 11 победителей. Первая гимназия в этом году в заключительном этапе Республиканской олимпиады была представлена большой командой, 27 человек, из них 5 стали победителями и 4 человека получили похвальный отзыв. Я думаю, что это хороший результат, потому что среди наших победителей выпускники, что немаловажно, ребята обеспечили себе возможность поступления в высшее учебное заведение Республики Беларусь. Безусловно, это очень важно и здорово. Мне очень приятно сказать, что наш коллектив, детский народный ансамбль песни и танца «Прибужье», в общем-то, в преддверии юбилейных подготовок, потому что через
два года нашему коллективу все-таки уже исполняется 70 лет. Это, в общем-то, наверное, старейший коллектив детский во всей республике, еще и со званием народного, что хоровая группа нашего коллектива заняла второе место в республиканском фестивале «Спеваем вместе». За огромный труд талантливые педагоги и их одаренные учащиеся получат не только цветы и подарки. В качестве награды за победу в этом году и стимула на будущее по решению губернатора области им будут выплачены денежные премии. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».